Герман и сайт videogameplay.ru представляют. Итак, дорогие друзья, по времени у нас уже 5:14. Так, звук убираем, иначе ничего не услышите. Закинулись и погнали ловить. Будем смотреть. Ого! Клюнул сразу сомик у нас классный по размерам. Кстати, заметил, ночью иногда вот этот усач ловится. Но... Усач не очень дорого стоит. Кстати, арапрайма, если 100 килограммов поймать арапраймы, там 15 рублей килограмм. Вот представьте, 100 килограмм 10 рублей, да? Ой, 15. Это уже 15 тысяч получается. По-моему, если я не ошибаюсь. Или я что-то неправильно считаю, или... Ну хрен знает, но по-моему 15 тысяч. Вроде бы. Ну, сейчас, короче, половим еще, посмотрим, что оно, как оно. Шашлычок греется в микроволновочке. Ой, вообще четенько сейчас с салатиком, с крабовым, как похаваю. Вообще замечательно будет. А то есть уже, хочу уже 4 часа, я еще ничего не ел, как с утра бутербродов похавал, так и все. Надо нормально перекусить так. Шашлычок, хлебушек, салатик крабовый. Нормально, хорошо пойдет. И если еще сейчас арапраймов поймаем, трофейную, 150 килограмм, то вообще четко будет. То вообще будет замечательно. Но даже если пока не поймаем так, таких арапрайм крутых, то можно пока что удовольствоваться тем, что скоро 14 уровень, 14 разряд. А 14 разряд сулит нам открыть новую локацию, которая уже будет очень прибыльная в плане черного амура и там еще каких-то там видов рыб. Можно на 50-килограммовые там снасти ловить. То есть 50 килограмм снасти, они не стоят там полмиллиона, как я сейчас купил одну штуку только. Они там будут стоить где-то там 1200, там, ну, две удочки, может, там 1400 будут стоить. Но это копейки по сравнению с тем, что... Вот одна снасть только стоит. И то я же говорю, мы сэкономили с вами на леске. Во, вот это да, смотрите, клюнула действительно крутая арапрайма. Думаю, килограмм 100 точно в ней есть. Сейчас вытянем и уже будем примерно знать, что это клюет. На какой вес вот это вот. Главное, чтобы она тут не сорвалась. Тогда это будет удачная серия. 165, дорогие друзья, на опыт, на опыт. Смотрим на опыт. 148 опыта, 165 килограмм арапрайма. Это вообще... Это круто. Запоминайте, примерно куда кидаю. 145 глубина. Время 6 с копейками. Будем смотреть дальше, что как себя покажет. Но пока с рыбхоза уходить не хочу. Пока буду здесь ловить. Даже когда 14 разряд возьму, буду здесь. Так, надо глянуть, шашлык вообще классно вот с андроида снимать. Вот я хожу, смотрю, шашлык у меня греется. О, он уже все, он уже готов походу. Сейчас глянем. Да, пахнет шашлычком. Пахнет, значит уже готов. Хотя он что-то теплый. Микроволновка плохо греет, потому что уже микроволновке не знаю сколько лет. Ну очень много, старая микроволновка, но все-таки справляться со своей задачей. Вот, по крайней мере, шашлык грелся 6 минут. Но он был ледяной, вообще реально ледяной. Ледышки. Но сейчас теплый. Сейчас еще минутки 3-4, уже можно употреблять его в пищу. Уже круто. Вот это плюс того, что снимаешь на Android. Захотел, пошел туда, захотел туда, захотел там, посмотрел, там чайка заварил, пока себе попил. То есть вообще круто. То есть не отвлекайся от игрового процесса. Вообще, мне это нравится. Да, шашлычок должен быть горячий, потому что салат у меня холодный. Салат должен быть... Шашлычок должен быть горячий. Чтоб есть его и наслаждаться. Но сейчас я его погрею, серию доснимаю и уже потом буду кушать. Потому что по-другому нельзя. Рыбалка на первом месте. Хочется еще крутую арапрайму выловить. И потом в конце видео продадим рыбу, посмотрим, как у нас по деньгам с вами. Кстати, ночью я не ловил.
ночью не ловил, просто выждал время до утра. Кстати, тут игровые сутки намного быстрее проходят, чем... Ой, в русской рыбалке тут где-то, я не знаю, где-то 3 секунды, 1 минута, где-то так. Или там 2 секунды. Ну, то есть время идет быстро здесь, если так, ну, в сутках. Особенно если рыба... Так, уже, блин, поломал удочку. Но уже просто шашлык заготовился. Так, сейчас вытащу его. Будем сейчас кушать. Кто, короче, кушает сейчас тоже в этот момент и смотрит мое видео, палец вверх, вообще советуйте какие-то что-нибудь там похавать. Что хаваете, что любите хавать, пишите. Так, во, как раз клюнуло. Ой, ну это мелочь, клюнуло действительно. Потому что это действительно мелочь. Это по сравнению с той, которую мы ловили, это просто дитё. Ну ничего, тоже выловим. Так, сейчас починим. Вот я всегда... Так, а что мне тут наворачивается уже? А спиннинг 2%. Ну, буквально сейчас две рыбы вытаскиваем, и все. И спиннинг лыскает у нас. 2% на спиннинге, это вообще не радует. Совершенно. А я, кстати, себе новый, по-моему, покупал. Или это я уже новый ухандокал спиннинг? Ну, все же, если так посчитать, я столько левелов взял. На рыбхозе прокачался. Я как на рыбхоз попал, я все разряды, все качалы чисто тут, на канальном сомике. Все деньги. То есть все, что я себе сейчас купил, там спиннинги, там столько там блесен я себе понакупил. Вот эту удочку за полляма, которую сейчас Арапрайм мы с вами гасим на ней. Это все чисто вот из-за сомика, вот из-за вот этой вот удочки на 30 килограмм. Покупайте, не пожалеете, очень круто. Вообще подняться на этой локации, пока разработчики, ну, пофиксить, думаю, не будут фиксить, потому что если фиксануть такую прибыльную локацию, это будет вообще обидно. А, кстати, насчет русской рыбалки, извините, что наговаривал, насчет рыбхоза говорил, что там говно, там нет, там не говно, там, короче, этот... Можно ловить на макароны леща, я забыл за это совсем. И попервой там тоже на лещах можно неплохо тоже заработать денег. Плюс еще лещ идет на уху. То есть это там тоже там свой момент такой. Вот я только не помню, в 3.0 это или в 3.5. Ну то есть там тоже, да, есть неплохие места. Но единственное, то что мне нравился рыбхоз, это канальный сомик. Ой. Сиамский принц, ну или сиамский карп, как его называют, вот только из-за этого, потому что играешь в турнир, выигрываешь, тебе дают ремкомплект, кучу денег, там почти там 1,5 миллиона или 2 миллиона, не, 1,5, наверное, и то есть это вообще классно, а удочка там всего лишь нужна на 500 килограмм или на 700, и все, и просто так, раз-раз-раз выигрываешь, вообще просто круто получается. Хотя, не гляньте, думал две рыбки и все, и спиннингу жопа. Но он еще пока живет. Вот на вот этой рыбе он сейчас, наверное, сломается. Спиннинг у меня в красное затянул. Главное, чтобы вытащили рыбу. Арапрайма, арапрайма. Да, я оказался прав. На этой рыбе пришел конец спиннингу. Ну и все, и видюха подходит к концу. Сейчас вытаскиваем арапрайму. И идем продавать все. Блин, чуть-чуть не докачался. Давайте глядеть, что по спиннингам есть. Ну да, надо купить спиннинг на 30 килограмм. А так, в принципе, еще приманки у меня. Приманки еще одна есть. Да, давайте идем. Если я был прав, то должно неплохо дать денег нам. Давайте посмотрим. Арапрайма. Так, ну сомик тут тоже есть. Продать рыбу. 57 тысяч. Блин, вот даже не знаю, как-то в ступоре. Если только арапрайму половить, то да. Ну, как бы деньги мы, смотрите, мы заработали. 134. Сейчас денег у нас. В принципе, неплохо. Короче, покупайте пока снасти, пока клюет, видите, да, можно и опыт немножко поднять. Ну, только ловите попутно на спиннинг.
Это не мешает и даже как-то прибыльней. Так что всем спасибо за внимание. Большой палец вверх за Аэропрайму, за новый спиннинг, за шашлычок, за Новый год. Ну и всем до скорых встреч. Пока-пока.